В Татарстане огласили итоги предварительного голосования, проведенного партией «Единая Россия». В лидеров кандидатов в депутаты Госсовета Республики нынешний председатель Госсовета Фарид Мухаметшин и руководитель команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин. С большой долей вероятности именно они возглавят списки партии на предстоящих выборах в Госсовет в сентябре. Напомню, участие в предварительных выборах приняли 222 кандидата со всей республики. Явка в Татарстане составила более 13% населения. В Автограде – более 10%.